Всем приветик, меня зовут Настя, и в этом видео я решила вам показать мои помады и мой блеск, который я чаще всего использую для моего макияжа. А еще в этом видео я вам покажу мою тушь, которую я крашу глаза. Итак, давайте сначала начнем с маленького, начнем с туши. Итак, у меня вот такая тушь. А название я напишу вот здесь. Вот такая вот тушь от Макси. Вот, сейчас у меня сделан с ней макияж, она хорошая, то есть я пока что не покупаю новую тушь, потому что она довольно-таки долго не растрачивается. Вот такая вот у нее кисточка. Вот, то есть тушь, правда, очень хорошая, мне она нравится, и буду покупать еще такую, буду обязательно ее покупать. Но если же я ее не куплю, то куплю другую тушь. И обязательно я покажу. Вот. Дальше. Начнем. Вот так вот это вот была моя тушь. А теперь давайте уже начнем все-таки уже с моих помад, бальзамов, которые я всегда использую. Их не так уж и много. Это две помады, точнее помада, блеск и два бальзама. То есть вы все уже это знаете, ну хотя нет, не все. Вот, и давайте начнем с бальзама. Итак, у меня вот такие два бальзама, они очень клевые, самые лучшие, которые только у меня были, они очень хорошо увлажняют, я их обожаю. Итак, давайте начнем с этого. Вы все абсолютно знаете этот бальзам, так как я уже вам его 100 раз рекомендовала, 100 раз я его снимала и показывала вам его. Вот такой вот бальзам от Нивея с вишней. Вот, вы все его тоже знаете, я много раз снимала про него видео, то есть он часто участвовал в моих видео, часто участвовал, в общем, супер. Вот такой вот у него сводчик, ну, он, в общем-то, чем он мне еще и нравится, то, что он губы такие, ну, розовые, да, то есть он окрас, в общем, красит он губы розовым цветом, и сейчас у меня на губах, вот, и он очень, вообще, супер увлажняет губы, то есть, просто супер. Дальше, фруктовый поцелуй, снимала я видео про него вчера, это моя первая покупка, и что? Он тоже очень хорошо увлажняет губы, пахнет просто замечательно, как и этот. Этот, он с земляникой, у меня вот этот вот, он пахнет, правда, земляникой, и вот он не очень, конечно, большой, но он нормальный. Он прозрачный и просто очень вкусно пахнет. И тут он, конечно, без номера. Вот. Обычная гигиеническая помада, ну, бальзам, помада, да. Я называю бальзам. Вот. Это были мои два бальзама. Я их обожаю, но я их очень люблю и буду всегда их покупать. И дальше. Давайте перейдем к этому. Начнем с блеска, потому что вы его ни разу не видели в моих видео. Вот такой вот блеск. Он от Oriflame Power Shine. Вот. Тут такие вот здесь, вот тут такие бриллиантики. Тут их вот не видно. Вот, но тоже клевый. Вот такой вот у него аппликатор. Я не знаю, правильно. Он не очень удобный, но вообще супер. Сейчас вам сделаю сводчик. Ну, он, конечно, не такой темный, конечно. Вот, примерно вот такой. Ну, то есть он выглядит светлее немного. Пахнет он почему-то таким арбузиком сладким. Вообще супер пахнет, обожаю. Вот такой вот. И дальше моя помада, тоже от Oriflame, она вот такая вот темная, то есть она выглядит как коричневая, но на самом деле она такая рыжеватая, то есть на губах она выглядит рыжая. Вот,
Ну, вы не пугайтесь, они не настолько темные, то есть они выглядят лучше. И она тоже пахнет сладким арбузом, вообще просто запах у него божественный. И я все эти помады искренне люблю. И обожаю, люблю, обожаю, и вообще супер. Мне они очень нравятся. Ну, и давайте я в этом видео вам еще покажу мои два карандаша. Один карандаш для глаз, а другой для губ. Вот, я, конечно, хотела снять эти видео, все эти два карандаша в другом видео, но я решила снять сейчас. Вот, первый карандаш для глаз, он у меня уже старенький, вот на таком вот оттенке. Сейчас вам сделаю смочек. Вот, он, кстати, клевый. Он очень мягенький такой и вообще прикольный. Но этот карандаш, я не знаю, смысл его уже показывать, потому что он кончился. А этот карандаш, он это рефлект. Вот, он кончился и сводчик у него... Вот. Ну, то есть краситься им можно, но он не кончается. В общем, это было все. А сейчас я вам еще раз покажу мою покупочку, другую. Я ее купила вчера. Это всеми вами знакомая завивалочка для ресничек. Она клево вообще завивает, то есть разъединяет ресницы и завивает. Вообще супер. Вот, и это было все. Больше показывать нечего. Да, больше показывать нечего. В общем, это было все. Ставьте пальчики вверх под этим видео, пишите запросы и комментарии внизу. Если вы мне напишите запросы и комментарии внизу, мне будет очень приятно. Я с радостью выполню запрос. И не забывайте подписываться.